Здравствуйте. Добрый день. Скажите ваш позывной или имя? Танцор. Зовут Паша. А чего именно танцор? Ямполя так назвали. Старики. А вы занимались танцами? Нет. Делали блокпост, получается, и у нас там, ну, весело было, настроение хорошее было. Как раз и мины ложились, а и музыка еще играла у нас. Сибиряки были с нами. И мы танцевали на мешках, грубо говоря, утрамбовывали. И после того так и назвали танцор. А чем вы занимались в мирное время? Работал на железной дороге и еще вдобавок занимался интернетом, своей фирмой маленькой. Кем вы являетесь в подразделении? Командир взвода. А вы откуда сами приехали? Соловайска, Донецкая область. То есть вы местный? Местный, да. Много ли в подразделении ребят, которые приехали из другого района? Ну, основная масса с Донецка, Шахтерск, такое, Марьенко, Снежное, все отсюда рядышком. А какими видите границы нового государства? Это только будет Донецкая и Луганская народные республики, или это, может быть, другие подтянутся к нам? Конечно, подтянутся. До Киева. Киев, чтобы был с нами. Все, чтобы были с нами. Как на данный момент обстановка? То есть с боевыми действиями? Ну, на данный момент идет артобстрел со стороны украинской армии. Вчера наемники, потому что только наемники в такой форме могут быть, хотели пробраться по зеленке к нашим позициям, но у них это не удалось. Какая у них форма? Черные были, каски, ну, у нас таких касках не ходят, большие каски, ну, да, скорее всего, натовская форма была. Ну, не удалось им пробраться. Где их позиции находятся? Ну, украинских войск, ну, Песков, наемников. Где-то за Песками, со стороны Песок и со стороны Авдеевки. Из каких орудий идет обстрел? Минометный обстрел, 80-е, 120-е, 152-е танки. Это что работает? А БТРы еще к нам не приезжали. Не видели. А неподалеку базируются, ну, не базируются, а вы здесь базируетесь, понятно. А проживает ли мирное население где-то неподалеку? Все люди живут, бабушки, которые некуда ехать, которые остались оттуда. Есть инвалиды, бабушки, которые с дочкой с ними сидит. Им некуда выезжать, им нет возможности уехать, потому что не перевезли, перевезти даже, потому что она должна лежать там. Насколько интенсивные обстрелы идут? Ну, как, интенсивно сейчас. У них обычно минут 40-30 идет обстрел, потом минут 20-30 отдыхают, стволы остывают, и потом опять продолжают. А у вас есть семья, дети? Да, есть семья, двое детей. Сыну 5 лет, дочке 9 месяцев. Как вы их так оставили? Как жена? Ну, жена волнуется, домой зовет. Ну, у меня, так как два дедушки воевала, наверное, осталось еще что-то. И приходится воевать. То есть долг, это перед отечеством? Долг, да. Потому что они тоже воевали за это же, и я теперь воюю за это. Танцор, подскажи, пожалуйста. Вот мы только что услышали, как свист мины. Это откуда? И выстрел слышен, хлопок. Откуда это был выстрел? Ну, это со стороны Авдеевки. Авдеевка и где-то за Песок, с того района. Вот, а попадают они в основном куда? Церковь, частный сектор, ну, вот поселок Веселое и туда дальше. За последние дни здесь вы встречали раненые или погибшие мирные жители? Да, раненые было позавчера. 300-й, 200-й был. Гражданский, тут там в поселке рядышком. Бабушка была раненая, она на улице, на лавочке сидела, потому что не может долго в подвале сидеть. Было осколком, ранено в ногу. Ну, и ее еще и контузия, отвезли ее на госпиталь. Есть ли подразделение потери? В моем нет. Спасибо.